Гастагайская – это по-настоящему казачья станица, поэтому праздничная программа по традиции начинается с казачьих песен. Десятки жителей прибыли на центральную площадь, чтобы поздравить друг друга с Первомаем. Разрешите от имени главы муниципального образования город Куртанапа Юрия Федоровича Полякова поздравить вас с праздником, с Днем Станицы, с Первомаем, с наступающим праздником Победы. Пусть наша с вами станица всегда процветает, чтобы у нас были возможности хорошо трудиться, хорошо отдыхать. А для того, чтобы это все было, у нас в станице все есть. С праздником, дорогие друзья! В числе почетных гостей и предприниматель Игорь Огурцов. К первомайским праздникам он сделал станичникам сразу несколько подарков. Построил более 700 метров тротуара вдоль центральной дороги. В парке возвел новую сцену. И уложил порядка 400 квадратов плитки с подходными путями. Раньше здесь стояла одна старая сцена. Теперь территория облагорожена. Уже установили лавочки и урны. Теперь на одну зону отдыха в Гастагаевске стало больше. Коснулись изменений и сельского стадиона. Активные спортсмены могут смело тренироваться. Новая беговая дорога и капитальная реконструкция помещений раздевалки – это еще один сюрприз от предпринимателя. Будучи как когда-то спортсменом, я понимаю, что необходимо. И, естественно, мы зашли сюда. Опять же, дети, школа, спорт – нет ни раздевалки, нет ни воды, нет где судейской компании находиться. Есть здание. Мы зашли в здание, навели порядок, сделали женскую, мужскую раздевалку, провели воду, электричество, остеклили, сделали, чтобы во всякие дождливую погоду можно было здесь мероприятия проводить, смотреть. То есть дети могут спокойно уже, так скажем, цивилизованно находиться на спортивном. Впрочем, обновленный спортивный объект уже облюбовали не только любители бега. Для молодых мам с маленькими детьми теперь это постоянное место встречи. Мы очень долго этого ждали, в принципе, чтобы нам все отремонтировали, чтобы у нас все было. Чаще теперь будем выходить играть, гулять с детьми. Раньше не было возможности. Коляска здесь почти не ехала. Постоянные ямки. А сейчас все замечательно, очень нравится нам. Мы теперь часто будем ходить гулять. Мы ходим сюда гулять очень часто с ребенком. Особенно сейчас весна, тепло, солнышко. И удобно намного бегать, потому что было все вот это вот такое, все трава торчала, ямки, было неудобно. А сейчас такая красота, нам очень нравится. Но на этом работы не завершены. Совсем скоро на беговую дорожку нанесут специальную разметку, а на новой сцене появится навес, который защитит артистов от непогоды. Анна Жукова, Руслан Душевский, Анапа регион.